Всем привет! Хочу вам сегодня показать череночки своих колиусов. Эти черенки я взяла осенью у девчонок, у Светланы Лоди Сад и у Татьяны. Они мне очень нахвалили эти цветы. У меня никогда не было такого цветка. Но я так посмотрела летом, у них они очень красиво росли. У них очень красивая листва сама по себе. Листва такая яркая, нарядная. Вот смотрите, какая вообще... А нахвалили они мне, вот я взяла у них череночки, посадила 200-граммовые стаканчики. Потом они с 200-граммовых я пересадила в емкости побольше. Они укоренились очень быстро, беспроблемно. Ничего у меня не пропало, ни один черенок. Как-то вот такие хорошие цветочки, не болеют ничем. Ну такие вообще неприхотливые. Вот, я их пересадила. Поставила в пакеты вот так вот. Они у меня не плотно стояли закрытые, а просто вот так вот, чтобы не пересыхали. Ну, под пакетами они у меня до сих пор стоят. Вот только недавно сняла. Вот этот еще даже не сняла. Просто мне так удобнее, чтобы под пакетами они не очень так сохнут. У них там как такой микроклимат хороший, и ничего с ними не делается. Вон какие красивые. Не вытянулись они у меня, ничего. Ничего с ними не делаю, вот пересадила, поливаю, ну правда поливаю, немножко, конечно, подкармливаю чуть-чуть удобрением, ну совсем по чуть-чуть, чтобы вот какое-то питание было. Очень красивые, благодарные цветочки, вот смотрите, какой красивый, да, вот прям краснота такая в листиках, вот вообще, вот смотрите, какие цвета, сейчас вам покажу, какие красивые. Они у меня все разные. Вот буду садить летом. Не знаю, правда, куда еще. То ли в открытый грунт каким-нибудь растением, то ли в кашпо. Еще не решила. Подумаю. Вот видите, на все цвета радуги. Очень красивые. Вот какой цвет. Яркий такой прям вообще. Вот хочу еще вам показать. Пеларгония у меня зацвела. Такая нежно-нежно-розово-белая. Красивая. Махровая вообще. Как будто бы на улице лето. Прям столько бутонов дала. Видно хорошо ей там по цветам. Колиусы у меня тоже стоят, досвечиваются по цветам. Видите, тоже такие маленькие, приземистые, не вытянулись. Хорошо им. Вот. Потом, может, с них еще черенков сделаю. Потому что еще до весны, ой-ой-ой, как долго. А они все-таки растут. Вот этот вот я уже обрезала. Правда, черенки не сняла, просто обрезала. И вот он мне две макушки дал с каждого побега. По две макушечки такие интересные. Так что вот, кому понравилось, выращивайте. Интересные такие цветочки, никогда бы не подумала. Как-то я на них никогда внимания не обращала. Есть и есть. Девчонки меня убедили, сказали, тебе тоже надо. Ну ладно, говорю, надо так надо. Вот, вот такие у меня будут теперь на участке красавцы. Ой, кто к нам пришел? Тарич! А, Рич, ты к маме решил прийти, посмотреть, что я тут делаю, да? Рича, иди, иди сюда, иди сюда. Боится, когда на него только телефон наставишь, он все, уши опустил, все, умер. Иди сюда-то, иди. Ну ладно. Вот так вот, всем всего доброго. Всем спасибо, кто подписался. Буду вам показывать, что тут у меня есть новенького, интересненького. Ну ладно, всем всего доброго, до свидания.